не платил, да, вот, потом заплатил. А где деньги брать? Ну где? Вот где, блядь, мне их взять? Только занимать. Потому что ситуация была уже предельная, крайняя с этим Тиньковым, с которым я, дурак, никак не расплачусь. Вот. Например. Еще один пример. Смоллен, да все работает, братан. Хоть и он уже не владеет этим, там уже столько угроз пошло, что просто пипец. Ну, естественно, они беспокоили же еще всех вообще, кого только можно. Которые даже не имеют уже ко мне никакого отношения в жизни. Даже тех людей беспокоят. Ну, да и вообще, ну, я же все время Тинькову плачу. Вот сейчас не было, блядь, денег. Вот где, блядь? Только занимать. Ну, че? Я Тинькову исправно всегда плачу. Бывает, там задерживаюсь. Да, потому что, ну, денег нет, нечем платить. Бывает такое, и раньше было, там на 2 месяца задерживался. А в это, по-моему, тоже 2 или 3 было неуплаты, я не помню.